Воу-воу-воу, это шоу «Бетон» на О2ТВ. Мы слушаем лучшую электронную музыку и болтаем с нашими гостями, артистами, музыкальными продюсерами, диджеями. Меня зовут Паш Плохой, и пришло время послушать хороший музон. Я напоминаю, что вы сейчас нас смотрите в трансляции ВКонтакте, либо в телеэфире. Неважно где, обязательно делайте репост всего на свете, находите нас в соцсетях, слушайте подкасты на iTunes. Ну, в общем, кайфуйте по жизни и, как я уже сказал, слушайте кайфовое электронное музло. В принципе, насколько мне известно, я сейчас в черно-белом цвете, а это значит, что пришло время задать немного винтажа. И сегодня нашими гостями будут два диджика, которые коллекционируют винил. Это не случайность. Это Павел Гро и Александр Астахов. Друзья, не буду тратить ваше время, выкручивайте громкость на полную катушку и вникайте в техно и хаос. А первым в сегодняшнем лайнапе будет выступать Александр Астахов, да, друзья? Привет, Саш. Йоу. Здорово. Держи. Как дела? Супер. Прекрасно. Бро, только обязательно микрофон чуть поближе, да. Отлично. Отлично, у тебя хорошее настроение. Ты сегодня играешь, я так понимаю, не на виниле, на пионерчиках. Да, я сегодня буду играть диджитал треки, но там будет в основном 80% анрелизов, которые будут издаваться на виниле. Серьезные дела. Жанрово или по настроению вообще что-то для нас готово? Это будет что-то вместе электро, хаос и техно, минималистичного такого звучания. Ну, это как единое целое, думаю, будет звучать. Ну, и нашим зрителям, которые не совсем знакомы с электронной музыкой, в частности, с твоей музыкой, с твоим вкусом, может быть, какая-то рекомендация, как им проводить ближайший час, что им нужно делать, как им настроиться? Ну, я думаю, что можно присесть, либо заниматься своими делами, но просто включить музон и двигаться. Двигаться лучше будет, чем сидеть, явно. И отличный совет от Саши Астахова. Сань, ну, в бой. Спасибо. Йоу, погнали. Да. Это шоу «Бетон», давай-давай! Thank you.
Thank you.
И на этом сочном фейдауте мы уходим на интервью. Друзья, это Александр Астахов в прямом эфире на шоу «Бетон». Сань, спасибо тебе большое. Всегда рад. Я сам качнулся, кайфанул. Музыка действительно была разнообразная. Не то, что просто там пошла одна бочка и все, и ничего не поменялось. Знаешь, как бывает, пришел в родню, например, часа в два ночи, потом ушел, вернулся часа в два дня, а там как будто бы тот же бит играл, да, все это время. Вот, я рад, что у тебя такой сет разнообразный. У меня первый вопрос, который возник в голове: ты же коллекционер винила, ты же любишь винильчик, почему ты сегодня выбрал диджитал? Так совпало, что у меня сейчас, так скажем, такое распутье музыкальных вкусов, ну, если честно сказать. И тот саунд, который мне нравится в данный момент, я не уверен, что подошел бы, так сказать, для моего, так, для моего внутри, для сета сегодня именно. Там больше был такой олдскульный, так скажем... Я просто не люблю это слово румынщина, но ладно, я его использую. Такое минимал хаус, но сейчас у меня чуть другое в голове, и я решил набрать именно такого характера треков и сегодня их. Именно для эфира или вообще, в принципе, вот у тебя какой-то пошел период, когда другое музло стало качать? Да, у меня буквально последний год уже в голове такое, какое-то, знаешь, уже порядка 13 лет играю, и много разные музыки прошел. Это было и драм-н-бейс, и какой-то транс, вот такой разновидность, там, типа псай такое. Было, были времена. Психоту уважаем, да. Да, сейчас у меня более, больше вкусовые предпочтения стали более электронные, более электроломанная, плюс прямая бочка и с минимал таким подтекстом. Ну, было гипнотично. Я надеюсь, что вы, зрители, тоже кайфанули. В принципе, я в этом не сомневаюсь. Ты сказал, что играешь уже 13 лет. Собственно, я с Сашей был знаком до эфира. У нас есть общие друзья тоже из Тульской области. Расскажи, как это было в Туле, там, когда, я не знаю, 15, когда тебе было 15 лет, когда ты начинал играть в клубах? Да, ну, на самом деле я родом из маленькой деревеньки, недалеко от Богородицка, город такой небольшой в Тульской области. И там был клуб «Сеть». Это был один из первых клубов в Тульской области, где в 2001 году играла, на минуточку, хард-техно, драм-н-бейс, лютый причем такой. Прям, сколько населения в деревне? Ну, 1030 людей, ну, может, в целом. То есть андеграунд основа в Богородицке, да? Да, это на полном серьезе этот город вообще выделяется на фоне других, потому что он, то есть там рейв, он ну, такой в душе уже у многих поколений людей. Там уже бабушки, пенсионерки, да? Да, там, то есть у меня есть знакомые, которые еще ездили на Ford Dance в Питер, на эти, вот, которые в крепости были вечеринки, и там такие чуваки, им уже лет под 40, они прям шарят в музыке. Я когда помню, мне было лет 15, они приходили ко мне, типа, чувак, говорит, можешь на музыке записать? Я им прям на болванке сиди, там по 10 треков записывал, и они... Дедам? Да. Ну, там не дед, там, ну, сколько ему, 35. Ну, просто водила из Богородицка, ну, типа такой, того, типа, да. Пацан, иди сюда, запиши мне это хардтехно на болванку просто побраться. Было весело, на самом деле. Слушай, а в чем, как это случилось? Это какая-то экология какая-то особенная. Ты видишь вообще какую-то логику в этом? Я, допустим, интересный факт, да, что Ижевск был своего рода такой, да, столица, да, электронного музла в России. Почему Богородицк — это колыбель электронной музыки в Тульской области? Ну, там появился очень большой open air на территории, в которой бюджеты, то есть он собирал где-то порядка 8 тысяч человек каждые выходные, каждую субботу, и там собиралось очень большое количество людей, и как бы много людей, соответственно, бюджеты позволяли кого-то себе привозить, хороших ребят. А те, кто не успели уехать, для них и заставили клуб в деревне. Типа того. Чтобы каждый выходный не ездить, ребят, тут вам как еще в Трезоре, знаешь, там была решетка перед диджеем, чтобы в него там всякие не прилетали бутылки и так далее. Там были, ходили легенды, что там даже убивали людей при, типа, выходе из клуба, но я честно не видел. Не убивал, не убивал, да? Пацаны, не я. Нормальная тема. Саш, что у тебя происходит сейчас в жизни? Я знаю, что ты подписан на два лейбла, на один американский, один итальянский. Да-да-да. Ну, самое главное, приходит ли с этого кэш какой-то, и как ты вообще на эти лейблы вышел, и как планируешь сотрудничество? Ну, как такового нет. Ну, как бы, прям, чтобы он ощутимый был, ну, это
там какие-то, может быть, десятки долларов падают на счет, но они как бы не такие значимые. Ты, как правило, мелочи конвертируешь приятно. В какую-то музыку, которую покупаешь еще раз, и потом, как правило, что... Но ты не богатеешь с этого, вот так. Но а как ты на них вышел, как ты с ними законнектился? Мы с моим товарищем писали музыку. Это релиз последний был 2017 год. Но там тоже был, на самом деле, такой переломный момент в плане вкусовым. Я просто перебью. Monophonic Records и Vibe Experience. Два лейбла, если интересно, все погуглите. Угу. Это такое минимал хаус звучание нашего товарища из Нью-Йорка. И у него есть саб-лейблы, которые мы подписали сначала на Monophonic Records, потом мы забрали в другой. Это по факту одна тусовка, только они локально разброшены в разных... странах, так скажем. Понял. Лады. Хорошо. Ребята, если интересно, тоже гуглите. Я знаю, что у тебя есть собственный проект Deep Peace. Это да-да-да. Промо-группа, и, я так понимаю, тоже в перспективе лейбл. Да, это прямо в ближайшей перспективе. То есть мы изначально... Только микрофон поближе, а то тебя не услышат. Никто не знает, что такое Deep Peace. Мы изначально делали вечеринки в той же самой Тульской области, потом переехали в Москву. У нас появилось свое радиошоу. Мы были с моим партнером, но потом наши пути разошлись, так как не отдавали должного количества времени проекту, так сказать, с двух сторон. И я решил как бы... это все перенять на себя, и в процессе это вылилось уже в промо-группу, в которой сейчас где-то порядка 15 человек, ну вот именно артистов, которые периодически мне играют на вечеринках. Когда пати? Да, да, когда ближайшая. Пати? Я надеюсь, что в марте у нас вот сейчас открылась новая локация, и мы с ними договоримся, как бы уже идут переговоры. Дистрикт 27. Да, да. Ага, это бывший клуб «Диссидент». Широко известный в узких кругах. Да, хорошо. Ну, то есть ждать вашу вечеринку там в марте? Да, я думаю, что там все будет как раз-таки старым, так сказать, составом, где мы же изначально начинали делать в «Диссидент» в клубе. Прям на постоянке где-то мы раз-два в месяц делали. И когда, помню, такая случайная вечеринка получилась в 5 января, мы там познакомились с своей девушкой как раз, которой уже встречаемся там 3 года. Вот. И получается, там так совпало, что все уехали на сигналы, всякие эпизоды, и в Москве никого не было. И все отщепенцы. У нас просто было пошли в солдаут вообще. Нормально. Слушай, ну круто. Я надеюсь, что в марте тоже будет плотничком. Я думаю, что да. Так, позволяет. Смотри-ка, еще есть вот какой вопрос. Мы как-то раз с Сашей пересекались на одном форуме. Угу. Я знаю, что ты также занимаешься технологиями виртуальной реальности. Да, все верно. Я так понимаю, что это работа. Здесь это больше что-то для души, что касается музыки. Как VR может интегрироваться в музло, в вечеринки? Может ли вот эта вообще вся тема с виртуальной реальностью иметь какое-то отношение прямое к электронной музыке и к вечеринкам? На самом деле, думал ли ты на эту тему? Это уже как бы применяется в музыкальной индустрии. Например, я просто не помню, кто именно, но сам кейс такой был. Вот буквально недавно, где-то месяц назад, перед Новым годом, была вечеринка. Вечеринка, то есть она была не физическая, а вечеринка в VR. То есть вся вечеринка происходила внутри какого-то виртуального пространства, и люди с всей планеты подсоединялись. Например, вход стоил $20. Там было порядка 250 тысяч человек. Ну, посчитай, сколько это получается. Сколько будет людей на этой VR-вечеринке? 250 тысяч, вход был $20. Да, то есть по факту человек сидит дома, и у него вечеринка проходит, то есть он просто одел наушники, там есть такая гарнитура к шлему, и ты, грубо говоря, находишься дома на вечеринке крутой, играет крутой диджей, у него был, так скажем, аватар, который был не физический, а тоже чувак там стоит в студии, играет музыку, и это все транслируется. То есть и ты ходишь вот по всей этой локации, да, там, видишь таких там, же людей? Там, да? Да, там такие же, а как вот типа, как? В аватаре. Ты можешь двигаться. Там, ага, то есть все датчики же... приделаны к твоему телу, да, и ты как бы стоишь там и дэнсишь. Типа у тебя есть VR вообще комната, там 4 датчика. И они считывают твои движения, и по факту ты можешь двигаться. Офигеть. Вообще легко. Слушай, а можно набоковать на кого-нибудь, например? Ну, как вариант. Да. Хорошо, а познакомься с девчонкой, что дальше? Ну, вот уже воля твоей фантазии, думаю.
Друзья, оставим как раз идею для стартапа. Ребята, VR-вечеринки — это хорошо, но вот познакомился с человеком, а что дальше? Да, на самом деле я тоже считаю, что музыку нужно физически ощущать. Как бы ты не можешь послушать в таком качестве звука. Поближе тогда. Трек, например, да, VR, чем, например, на клубе, где ты можешь потрогать, и если там кого-то... Согласен. Что угодно. Согласен. Так что да, девушки, они как музыка. Лучше физически. Бадумс.